Партия «Манация» совместно с производителями Кустанайской области и неравнодушными жителями региона организовали гуманитарную помощь для пострадавших от лесных пожаров в Абайской области. Вместо чрезвычайной ситуации отправлены десятки тонн продовольствия и грузов, продукты питания и медикаменты. Подробности в репортаже моих коллег. Мука, макароны, одежда и средства личной гигиены – все это отправится на помощь людям, пострадавшим от лесного пожара. Члены партии «Манаты» молодежного крыла «Жастар Рухы» отгружают машину последние мешки с продовольствием. Всего за этот рейс в Абайскую область отправится 20 тонн гуманитарного груза. События, случившиеся в Абайской области, не оставили равнодушными ни одного кустанайца. Члены партии «Манат», руководители крупных предприятий, выразили свое желание оказать гуманитарную помощь. Сегодня мы направляем порядка 20 тонн гуманитарного груза, в котором находятся макаронные изделия, мука, масло, продукты питания, одежда, предметы гигиены. Протянуть руку помощи тем, кто в ней особенно нуждается, важно, отмечают члены партии «Манат». После пожара многим семьям важна поддержка. Общественные, политические организации и простые граждане не остаются в стороне от этой ситуации. Многие кустанайцы помнят прошлогодний пожар в Аманкарагае и ту помощь, которую оказали погорельцам казахстанцы из разных регионов страны. Мы желаем нашим партийцам, жителям Абайской области, пострадавшим от пожара, с достоинством преодолеть эти серьезные события. Мы желаем вам крепкого здоровья. Все мы вместе, кустанайцы, с сочувствием, искренним сочувствием восприняли эту ситуацию. Мы желаем вам только хороших новостей. Напомним, лесной пожар в области Абай начался 8 июня на территории природного резервата Семей-Орманы. Огонь распространился на территорию около 60 тысяч гектаров, в списках погибших 15 человек. В ходе спасательных работ были эвакуированы жители нескольких населенных пунктов. Многие из них продолжают находиться в пунктах временного размещения. Дмитрий Мушта, Диас Бессенов, телеканал Костанай.